На телеканале X новости, в студии Светлана Федодеева. Здравствуйте. О чем расскажем в этом выпуске, смотрите далее. Поехали. Поехали. Движение есть. Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на КамАЗе и открыл автодорожную часть сооружения. Вот буквально за неделю все это превратилось вот во что это. А дерево было шикарное. Севастополь атакуют гусеницы. Горожане бьют тревогу. Деревья в разных районах города окутаны паутиной. Государство просто этих людей иногда не видело. То есть они со своими проблемами. На страже психического здоровья в Ялте обсудили развитие психоневрологической помощи на полуострове. Автомобильное движение по Крымскому мосту открыто. 16 мая в 5:30 утра автомобили начали двигаться со стороны полуострова и с материковой части России. Среди первых участников движения были крымчане, кубанцы, строители моста и жители России. По сообщению предприятия «Упырдор-Тамань», к полудню по мосту проехало более 5000 транспортных средств. А накануне запуска автомобильного движения состоялась торжественная церемония открытия моста. Вместе со строителями и главами российских регионов стройку века открыл президент России Владимир Путин. О событии, которое уже вошло в историю, в сюжете Святослава Данилова. Атмосфера праздника. На морском берегу, где со стороны полуострова начинается новый путепровод, организовали сцену. Здесь концерт в честь исторического события. Открыл его ансамбль Черноморского флота. Зрители, мостостроители и их родственники. Как говорили ведущие праздника, благодаря их умелым рукам и горячим сердцам в кратчайшие сроки был построен Крымский мост. Наш участок был вот от арки в эту сторону примерно 800 метров. Вот это мы построили. И сейчас продолжаем строить железнодорожную часть. Процесс тяжелый, но в то же время очень интересный. Такие сроки, такие мосты еще не строились. Конечно, для всех участников строительства это большой опыт и большая радость вот сегодняшний день. За 19 километров от места торжеств к началу моста на другом берегу со стороны Тамани прибыл Владимир Путин. Начиная с первого дня возведения Крымского моста, с февраля 2016 года глава государства лично контролировал ход строительства. Уже на Крымском мосту Владимир Путин встречается со строителями. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Первый участок, не участок, а первая линейка, но, наверное, самое важное. Не сомневаюсь, что у вас получится все и осенью, имею в виду, грузовую часть, и затем через год железнодорожную. Все качественно, срок даже на полгода раньше срока. Здорово. Первый этап стройки века подошел к концу. Теперь Севастополь и Крым стали к России еще ближе. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Первыми новое сооружение в деле опробовала колонна КамАЗов. Ее возглавил лично сам президент Владимир Путин, проехав за рулем все 19 километров за 15 минут. Как и в 1961 году, из уст космонавта Юрия Гагарина сейчас звучит воодушевляющее. Поехали. Поехали. Путь. Первым автомобилем в колонне КамАЗов управляет президент. Стартуют от Тамани в сторону Крыма. И это не каскадеры или дальнобойщики. За рулем Владимир Путин. Права категории С у него уже более 20 лет. Обещал ехать не быстро, со скоростью 40 км в час. Разогнался до 80. На пути в Крым успевают обсудить подробности строительства. В марте 2016 года мы погружали первую сваю. Мы хоть и бодро отчитывались, но все равно было страшно. Почему? Потому что первые сваи били по 12-15 дней. Думали, куда же мы выйдем по времени. Аркадий Романович рассказывал. Да. Но потом ребята испугались немножко сначала. Да, сначала испугались. На автодорожной части моста более 60 дорожных знаков. Для контроля движения установлены 10 автоматических комплексов. От Таманского полуострова по 5-километровой дамбе и острову Тузла мост пересекает Керченский пролив и выходит на Крымский берег. А со стороны полуострова за приближением президента наблюдает в прямом эфире. Возле сцены на большом экране идет трансляция проезда. Всего 15 минут в пути колонна спецтехники прибывает в Крым по мосту. Как и в 2014-м, Владимир Путин вновь соединяет полуостров с Россией. Добрый день, дорогие друзья! Я
искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова, историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу. Строительство здесь ведется с 2016 года. Состоит конструкция из двух частей – автомобильной и железнодорожной, расположенные параллельно. Проезд по мосту для всех видов транспорта будет бесплатным. Протяженность Крымского моста 19 километров. Это самый длинный мост в Европе. Общая стоимость проекта почти 230 миллиардов рублей. Пропускная его способность почти 40 тысяч автомобилей в сутки. Здесь четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону. Разрешенная скорость движения 90 километров в час. А название для самого длинного в Европе мостового перехода выбирали всей страной в декабре прошлого года. В голосовании приняли участие 380 тысяч человек. С большим отрывом, опередив 11 других вариантов, победил Крымский мост. Его строили и продолжают строить около 10 тысяч рабочих. Результат – новые возможности для жителей полуострова и материковой части России. Это позволит развивать с новыми темпами и с новым качеством экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей. Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Именно по всей стране. Будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем. Открытие Крымского моста – это мощнейший импульс развития Севастополя, Республики Крым. Это решение многих проблем, это лучшая транспортная доступность, связанность, это поставка материалов, продуктов питания, это возможность развивать бизнес-проекты, это туристы, которых мы будем рады видеть, конечно. Это новое качество жизни. Дмитрий Овсяников был в числе глав российских регионов, которые проехали по Крымскому мосту в первой колонне строительной техники. По словам губернатора Севастополя, еще один результат открытия мостового перехода – новые обязательства для региона. Обязанность быстрее развивать инфраструктуру, которая должна справиться со значительным притоком туристов. Мы должны быстрее строить дороги, наши общественные парковые пространства, благоустраивать пляжи. Мы это будем делать. Развитие инфраструктуры – это в том числе и строительство федеральной трассы Таврида. Ключевая магистраль Крыма пройдет через весь полуостров и свяжет Керчь с Севастополем и Симферополем. В этом направлении полуостров поддерживает Минтранс. У нас начался второй этап обновления общественного транспорта. Новые троллейбусы уже идут в мае. Это второй контракт. Мы планомерно ремонтируем дороги. И по крупным развязкам, крупным участкам мы нашли поддержку Министерства транспорта Российской Федерации. И, соответственно, трасса 7-8 участок идет под полным контролем. Мы в этом активно участвуем. Участвуют наши производственные комплексы, которые добывают щебень, наши компании строительные. Поэтому все будет сдано в срок. И хочу заверить, что это будет как раз 2020 год. Мы с губернатором отвечаем перед жителями, перед президентом за сроки реализации этого проекта. Поэтому вместе сделаем все возможное. Сроки завершения строительства трассы Таврида установлены. Открытие автодорожной части Крымского моста произошло на полгода раньше срока. Планировали в декабре, получилось в мае. Глава Минтранса объяснил, почему. Погода хорошая была. Самое главное, конечно, настрой. Настрой команды, профессионализм строителей, работа заказчика, федерального дорожного агентства «Росавтодор», федерального казенного учреждения, которое курировало эту стройку. Ну и, конечно же, контроль со стороны президента Российской Федерации. Если Владимир Путин открыл концерт, посвященный запуску движения по Крымскому мосту, то продолжили его звезды российской эстрады. Олег Газманов, Алена Свиридова, Григорий Лепс, Гарик Сукачев, группа «Градусы» и другие российские звезды выступили перед строителями моста. А Денис Майданов, Дмитрий Харатьян и Александр Ф. Скляр исполнили гимн Крымского моста. Вели концертную программу Александр Маршал и Валерия. На полуостров певица приехала вместе с мужем. Вы знаете, это важно для всего мира, не только для России, не только для жителей Крыма. Понимаете, соединение материка с полуостровом, столетие мучений
возможность добираться, да, отсутствие возможности добираться, это являлось большой проблемой. И сюда будут приезжать со всего мира. Мне кажется, что Крымский полуостров имеет вообще все шансы стать меккой туризма, так же, как и Дубай. Автомобильное движение по Крымскому мосту стартовало. Пока только для пассажирских автобусов и легкового транспорта. Грузовой запустят в октябре этого года. Последний откроет железнодорожную часть моста. Плановый срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2019-го. А за открытием стройки века наблюдали и прикоснулись к истории. Святослав Данилов, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Обещанного 25 лет ждут. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил президенту Украины о недостроенном мосте через Днепр. Ранее Петр Порошенко в очередной раз обвинил Россию в пренебрежении международным правом. Его возмутило открытие автодорожной части путепровода через Керченский пролив. По словам Сергея Аксенова, президент Украины забыл о том, что 19 апреля 1993 года Киевский городской совет утвердил проект перехода через Днепр. Отметим, мост до сих пор не построили. А в Севастополе построят первый инновационный технопарк IT Крым. 15 мая на пресс-конференции в Москве правительству города представили презентацию проекта. Инициатором выступил один из крупнейших российских IT-разработчиков. Компания инвестирует в проект более 1 миллиарда рублей. Строить площадку будут в несколько этапов. Начало первого запланировано на осень. Основной корпус технопарка создадут на базе конструкторского бюро «Радиосвязь». После завершения строительства на этой территории разместят десятки компаний. Этот проект важен Севастополю, наверное, по двум самым важным аспектам. Во-первых, впервые крупная российская IT-компания заявляет, публично, открыто заявляет о реализации серьезного проекта на территории Севастополя. Это демонстрирует готовность российского бизнеса в IT-индустрии, в частности, идти, несмотря на санкционный режим, и инвестировать в развитие IT-инфраструктуры Севастополя. С появлением такого крупного, серьезного игрока в IT-индустрии мы, по сути, создаем инфраструктуру IT-отрасли в городе. Пресс-конференция директора Департамента архитектуры и градостроительства прошла в среду. На встрече с журналистами Марина Ракова рассказала о кадровых и структурных изменениях подразделения и обозначила основные направления деятельности в этом году. Подробности далее. С начала года в Департаменте архитектуры и градостроительства произошли изменения. Сократили количество руководителей. Остались 4 управления – городской среды, градостроительной политики, разрешительной документации и адресации, а также административно-правовой блок. Одна из основных задач каждого подразделения – разработка генерального плана города. У Севастополя особая специфика. Сегодня формально и юридически действует прежний генеральный план, утвержденный в 2005 году. Поэтому нельзя сказать, что город живет без генерального плана. Он есть. Однако в генеральном плане 2005 года уже масса разночтений с фактически произошедшей в городе ситуацией и застройкой. Доработанный проект генплана проектировщики представили 23 апреля в правительстве города. Тогда документ вызвал много вопросов и замечаний. Поправки направили в отраслевые органы для детального рассмотрения. В соответствии с замечаниями Департамент архитектуры и градостроительства совместно с разработчиками будут вносить корректировки в генплан. В последующем, когда генеральный план выйдет, я уверена, что отдельные карты, отдельные его слои будут очень хорошим подспорьем всем службам, начиная с департамента образования, соцзащиты, здравоохранения, департамента культуры. В начале июня в открытом доступе появится интерактивная карта города. На ней севастопольцы смогут найти свою территорию и участок. Для этого нужно будет ввести адрес и кадастровый номер земельного участка в систему поиска. К этому интерактивному ресурсу подключаются несколько слоев карт, в том числе слой Росреестра с отображением публичной кадастровой карты и иные карты, по которым легко сориентироваться и просмотреть, какое же функциональное назначение получила та или иная территория в проекте генерального плана. Ведется работа и по очистке фасадов зданий от рекламы, портящей облик Севастополя. Только за этот год сотрудниками управления городской среды были демонтированы рекламные конструкции с 2000 городских фасадов. Кроме того, продолжается разработка единых архитектурных решений для НТО и остановочных павильонов.
Катерина Вербицкая, Илья Якушев. Информационный канал Севастополя. Наш город атакуют гусеницы. Горожане бьют тревогу. Деревья покрываются паутиной. Она окутывает кроны, листья, ствол и даже траву возле растений. Такую картину, как в мистическом фильме, можно наблюдать во всех районах города. Чтобы разобраться в проблеме, наш корреспондент Елена Карнаухова вместе со специалистами Департамента сельского хозяйства выехали на место. Это окутанное паутиной дерево видно издалека. Оно привлекает внимание любителей необычных фотографий. Но жители района в ужасе от такой картины. Сложно поверить, что еще недавно это дерево было зеленым. Вот буквально за неделю все это превратилось вот во что это. А дерево было шикарное, бесподобное. Я гордился, ходил и смотрел на это дерево, какое оно было красивое. Специалисты уверяют, над деревом поработала горностаевая моль. Сейчас пик сезона активности этого насекомого. Живет она только на черемухе Антипка и считается неагрессивной. Уже в конце лета дерево восстановится, на нем появятся листья. Поэтому опрыскивание не требуется. Готовятся специалисты сейчас к другому нашествию. Через пару недель возможна атака американской белой бабочки. Это насекомое – серьезная угроза сельскому хозяйству. Поэтому занесено в перечень карантинных вредителей. Поедает листья более чем 200 видов плодовых деревьев, из-за чего растения сильно ослабевают. Гусеницы зеленого цвета. Чем они старше становятся, они покрываются волосками. Также питаются под покровом паутины. Но гнезда у американской белой бабочки более рыхлые. Как правило, они размещаются на концах, на молодых побегах, на концах стволов. И затем уже переходят полностью на все дерево. Вот такой плотной паутины, как у черемуховой моли, у американской белой бабочки нет. Если увидели пораженное каким-либо насекомым дерево, следует обратиться в департамент сельского хозяйства. Своевременно принятые меры могут спасти растения. Пока гнезда насекомых небольшие, их можно удалить секатором. Срезанную ветку или листья нужно сжечь или поместить в кипяток. Но если дерево полностью поражено американской белой бабочкой, необходима обработка инсектицидами. Чем раньше, тем лучше, пока насекомое не перешло на соседние растения. В случае обнаружения признаков заражения, то есть либо повреждения листовой пластины, либо уже паутины, либо необходимо оповестить департамент сельского хозяйства, либо по телефону 540209, либо можно через службу 1563. Мы обрабатываем все обращения в кратчайшие сроки. Обработкой растений в общественных местах занимается департамент городского хозяйства и учреждения парки и скверы. Частные территории обрабатывают владельцы. Список разрешенных к использованию инсектицидов размещен на сайте Департамента сельского хозяйства. Появление вредителей можно предупредить или избежать их массового распространения. Специалисты рекомендуют позаботиться о безопасности растений заранее. Можно проводить, во-первых, в проекции кроны окопку, то есть мы перекапываем почву на глубину штыка лопаты. В осенний период можно белить стволы известковым раствором с добавлением в качестве прилипателя любого жидкого моющего средства, жидкого зеленого мыла, либо просто любого моющего средства типа фейри или капля, для того, чтобы лучше держался раствор. Поскольку сам вредитель зимует именно в трещинах коры, тем самым мы затрудняем его выход и снижаем численность популяции этого вредителя на будущий год. Случаи поражения деревьев горностаевой молью были замечены в разных районах города. Свою паутину насекомые сплели также на улицах Кулакова, Генерала Лебедя, Хрусталева, на территории больничного комплекса на проспекте Генерала Острякова. Особо массовый очаг распространения вредителей на улицах Дмитрия Ульянова и Шостака. Всего за 2 недели в департамент сельского хозяйства поступило 36 обращений. А как бороться с насекомыми вредителями, выясняли Елена Карнухова и Павел Булгаков. Информационный канал Севастополя. Перейдем к другим темам. О перспективах развития автомобильных пассажирских перевозок в Севастополе говорили на конференции 16 мая. Участвовали представители Ространснадзора, правительства города, Севастопольского госуниверситета и других образовательных учреждений. Подробности в следующем сюжете. Повышение безопасности и качества пассажирских перевозок на автомобильном транспорте – тема обучающей конференции. Встречи проводят несколько раз в год в разных регионах. В нашем городе конференция состоялась впервые. Более 100 участников из десятка регионов России обсудили механизмы безопасных пассажирских перевозок и обменялись опытом в этой сфере. Показатели Севастополя другим городам России не уступают. За достаточно короткий период времени мы прошли путь, который далеко не каждый регион прошел. То есть если спросить, у кого есть документ планирования, то немногие могут этим похвастаться. Так активно обновлять подвижной состав, как это делаем мы, по
программе некоммерческого лизинга. Ну, тоже не так много таких субъектов. План пассажирских перевозок для нашего города разработали в научно-исследовательском институте автомобильного транспорта. В Севастополе уже работают другие проекты этого учреждения. Среди них полосы приоритетного движения и системы фотофиксации нарушений. Безусловно, есть над чем работать. Основная задача – это переходный регулируемый тариф, который позволит контролировать работу перевозчиков, контролирует уровень тарифов, обеспечивать перевозку льготной категории граждан. Вводят в Севастополе и единую городскую карту для оплаты проезда. Она действует в катерах, в троллейбусах, на паромах, а также в муниципальных автобусах. Безналичная оплата услуг транспорта позволяет значительно повысить качество обслуживания пассажиров. Не нужно готовить мелочь или ждать сдачу от кондуктора. Проще планировать свои расходы. С 14 мая в нашем городе увеличили стоимость проезда в общественном транспорте. Единая карта помогает севастопольцам сэкономить. За месяц там начали продавать карты, есть там 32 пункта плюс 4 кассы, порты их реализации, идет динамика, люди пополняют карты, это все видно, да? Вот. Но благодаря тому, что такая существенная вилка в цене, в стоимости проезда, там 22 рубля, 28 рублей, 20 рублей, 28 рублей, это, конечно, такой серьезный стимул для того, чтобы приобрести карту по ней, ну, существенно дешевле. Обсуждали на встрече и безопасность дорожного движения. Она зависит от трех составляющих – автомобиль, водитель и дорога. Но мировой опыт показывает, что очень важную роль играет и деятельность перевозчиков. От их ответственности и профессионализма зависит жизнь и здоровье пассажиров. Меры по контролю за работой автотранспортных предприятий также планируют усилить в этом году. А за ходом конференции наблюдали Марина Кравцова, Татьяна Бурдастых, Деливер Меджидов, информационный канал Севастополя. Далее об изобретениях в стоматологии. Новый вид жидкой керамики разрабатывают студенты из Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Изобретение позволит печатать зубные коронки на 3D-принтере. Стоимость протезов при этом снизится в несколько раз. В ходе приема врач просканирует ротовую полость пациента специальным прибором, а компьютерная программа обработает эти данные. После этого 3D-принтер распечатает сначала модель, а затем и готовый протез. Цвет жидкой керамики придадут с помощью специальных красителей. Отметим, сейчас состав тестируют. Новости есть и в другой отрасли медицины. В Севастополе через 2 года появится современный психоневрологический диспансер. Об этом заявил губернатор города Дмитрий Овсянников в ходе заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в Ялте. Главной темой встречи стала защита прав психически нездоровых граждан. Наш корреспондент Денис Тишин узнал, с какими проблемами сегодня сталкиваются такие люди и как государство намерено им помочь. В Севастополе качество оказания психиатрической помощи пока не соответствует стандартам медицины. В городе до сих пор нет современного психоневрологического диспансера. Однако ждать его появления горожанам осталось недолго. Мы заканчиваем прохождение главгосэкспертизы. У нас проектно-сметная документация готова. В ФЦП мы включили этот объект. В новой редакции ФЦП он появляется. Я не знаю, почему это не было сделано в 2014 году. Меня здесь не было, мне ответить сложно. И мы, построив его за ближайшие 1,5–2 года, мы полностью снимем потребности или очередь так называемую для того, чтобы оказывать качественные услуги. 4 миллиона россиян сегодня страдают психическими заболеваниями, а у почти у половины населения страны наблюдаются отклонения в психике. Такие неутешительные данные озвучили на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека. И с каждым годом количество психически нездоровых граждан будет лишь расти. Наша задача сегодня не только определить роль, место, функционал и предложить правительству наши решения, но и обсудить другие вопросы, связанные с материально-бытовым положением этих людей, со статусом, с гражданско-правовыми последствиями признания человека инвалидом по этому заболеванию. По мнению главного омбудсмена страны, проблема защиты прав россиян с отклонениями в психике стоит сегодня очень остро. Принудительная госпитализация в лечебные учреждения и низкое материально-техническое оснащение больниц, а также нетерпимое отношение общества к душевнобольным. Вот лишь некоторые актуальные вопросы, требующие срочного решения. Государство просто этих людей иногда не видело, то есть они со своими проблемами как-то вот группировались и никак не
не развивалась их жизнь, она была замкнута в каком-то очень ограниченном пространстве. В школу в настоящее время мы предлагаем ввести предмет психология, которая не касается конкретно только психологии, но касается многих других вопросов, и переходного периода, и наркотиков, и так далее. Для защиты прав граждан с нарушениями психики должна быть принята федеральная программа оказания комплексной помощи. Такое предложение поступило из аппарата Уполномоченного по правам человека. Также в скором времени в российских школах появятся уроки по медиабезопасности. Основная цель – профилактика самоубийств среди подростков. Денис Тишин и Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска. На стройке века обитает кот-мостик, а во Флоренции есть жилой мост. Это достопримечательность мирового значения. Мост построили в 1345 году. Спустя сотни лет объект сохраняет свой первозданный облик и функциональное назначение. Длина моста 30 метров, а отличительная черта – это здание по обеим его сторонам. Здесь разрешено строить лишь деревянные дома. А теперь о погоде. В Севастополе 17 мая переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, днем до 26 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Наш выпуск новостей завершен. Сообщить актуальную информацию вы можете в редакцию нашего телеканала по телефону 54-51-12. Больше новостей на сайте xtv.ru. С вами была Светлана Федодеева. Оставайтесь на информационном канале Севастополя.